Новый год – это нечто грандиозное, перед которым аж дух не устоять. В этот день происходят чудеса. А вы знаете, кто делает эти чудеса? И тут я подумала, а что было, если бы я была Дедом Морозом? Итак, у меня очень напряженный график, да. Ведь мне нужно посетить дома миллиона людей и сделать их счастливыми. Недавно я узнала от прохожего, что непослушным детям я дарю угольки. Что за чепуха? Это не мое. Я люблю всех детей и дарю им самые долгожданные подарки, которые они так долго ждали, чтобы сделать их счастливыми. Многие дети просят у меня домашнее животное, но и нигде, и не везде это выполнимо. Для этого есть множество причин, и одна из них – моя подружка Вьюга и дружок Снежок. Я хочу, чтобы под Новый год все семьи собрались за новогодним столом. Я зажгу новогодние огоньки. И под елочку я спрячу много новогодних подарков, чтобы все жители страны в этот Новый год верили в чудеса. Ой, мне уже пора, а то не успеют доставить подарки. Ты ведь хорошо себя вел в этом году. Что я бы сделала, если бы была бы Дедом Морозом? Я бы пожелала всем своим родным здоровья, чтобы не было никогда войны, чтобы у нас было все мирное, чтобы все школьники были умными и получали хорошие оценки, и было бы все хорошо, и пускай будет мир во всем мире.